Анонс и точно до выхода третьей серии нового сериала «Саша против». Третья серия сериала выйдет на видеосервисе «Премьер» 7 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как 17-летние подростки, москвичка Саша и казах Мама Жан, узнают, что их родители собираются пожениться. И теперь они станут сводным братом сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное существование невозможно. Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям. Третья серия сериала выйдет на портале «Премьер» 7 ноября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.